Всем привет! Вот решил к Новому году сделать, как это, грудинка, пузанина, каждый по-разному называет, ну, в специях засолить, специями посыпать, помариновать и потом на Новый год кушать вкусное мясо, вкусный деликатес. Вот. Приобрел такой кусочек грудинки. Я не знаю, сейчас повешу, повесу. Скажу, сколько будет весить. Кило 800. Сейчас я его обрежу тут. Как я буду делать его? На килограмм мяса 20 грамм соли. Ну, специи там я уже так примерно знаю, поскольку делать. Я сделаю, посыплю, натру, положу в контейнер и буду 5 дней его мариновать. Так. Сейчас мы насыпем соль. Соли 20 грамм на килограмм. Тут кило 800, но грамм 40 будет. Я сделаю 30. Потому что у меня приправа есть еще одна. Она уже с солью. Вот. Она такая. Ну, а этих таких вот у меня разные есть. Приправы у нас на рынке продают самодельно. Я беру грамма по 3. Много не надо, этого достаточно. Вот, так как будет все, ну, в комбинации, так сказать. Чеснок сухой, прям чайную ложку, тоже 40 грамм. Горчицу сухую, она как бы мясо размягчает, она вообще, ну, становится прям класс. Чайную ложку, прям с горкой такую, получилось 10 грамм. И вот такая вот есть. Ну, я беру соль сванская, я в такие баночки сыплю, подписываю, чтобы где видно было, что именно. Короче, получается на кило 800, ну на 2 килограмма, считай, 60 грамм специй. Я, ну, помешал. Этого будет достаточно, уже проверено, так сказать, временем и опытом. Буду солить вот в таком контейнере, пластиковый обычный контейнер. Сейчас я обычно как еще делаю, надрезы, ну, чтобы и внутри просолилось. Вот такие. Делаю мясо на шкуре, ну, до шкуры, короче, прорезаю, ну, чтобы потом вот так вот резать удобно было. Можно вообще кусочками порезать так. Ну, кому как удобно.
насыпаю на дно контейнера. Так, тоже немного специй. Ну, потому что там шкурка будет лежать. Чтобы она тоже просаливалась. Ложим сюда и начинаю засыпать. Между кусочками этими. И где-то дней на 5. Можно подольше. Ну, короче, это, чем дольше, тем лучше. Уже, как говорится, тоже проверено. Все. Вот так вот посыпали, помяли. Первый день в холодильник я не ставлю вообще. Она это... Сало, сало, пузанина как-то. Да и для сала рецепт можно там. Я его просто накрываю крышкой. Ставлю, ну, в такое место, где оно не мешает. На следующий день переворачиваю. И ставлю в холодильник. Минимум 5 дней у меня она солится там. Я его каждый день переворачиваю. Потом что я делаю? Можно в пакеты. Там в 3-4 пакета. Можно в вакууме. Если есть вакуумная машинка. У меня есть пакеты, правда, кончились. И в мультиварку при температуре 60 градусов, у меня там есть функция на мультиварке, поддержание тепла, на сутки. Сутки она там, получается, как технология сувида. Сутки томится там, достаете, она остывает. Можете сразу есть, можете в холодильник. И потом по кусочкам кушать. Вот такой вот у меня рецепт. Я так вижу. Всем спасибо за просмотр. У кого какой опыт, замечания, пишите, делитесь. Критику поддерживаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.